Теперь репликацию покажу. Вот, допустим, у нас было две цепи, связанные водородными связями. Фермент идет и раскручивает геликаз, допустим, да? Вот, водородные связи, видите, остались торчать. Вот, и другой фермент, ДНК полимераза, он достраивает. То есть, по принципу комплементарности, вот напротив аденина тимина стоит, видите, гуанин, цитозин. Водородную связь ставит и как бы строит цепь. То есть к левую, условно, вот к первой цепи строит вторую, к левой материнской, да? А к второй материнской, условно, строит первую, ну, получается, дочернюю, да? Тоже по принципу комплементарности. Тут АТ – две связи водородные, ГЦ – три связи. Вот. И получается, в итоге у нас будет две цепи новые. В каждой из них вот одна цепь как бы старая, условно, да, материнская, а вторую сделали заново, ну, из других нуклеотидов, да? Пищи, допустим. И здесь тоже одна цепь получается старая, а вторую построили новую. Видите? По принципу комплементарности. Но они в итоге одинаковые. Видите, допустим, вот АТ и тут АТ. ГЦ и тут ГЦ. Видите? Одинаковые. Допустим, мы можем пометить атомы. Вот материнской ДНК, например, 14 азот. Вот в обеих цепях, да? А новые нуклеотиды используем с 15 азотом. Получается, вот эти будут с 15, вот новые, да? А эти останутся с 14. То есть вот их когда достроят целиком, всю полностью, да, цепь, то есть это будет, и это точно копия друг друга. То есть это одна цепь старая, допустим, с 14 азота, вторая цепь новая с 15. И здесь тоже вот эта новая цепь из 15 азота будет, а это из 14. Ну вот таким способом репликация идет.